Вы знаете, вот у меня, я смотрел спектакль, и вдруг пришло какое-то ощущение, я вспомнил Фауста Латеноса. Я думаю, боже мой. Вот почему я вспомнил, я не знаю, музыка же не его это. Нет, но и вплетено. Вплетено все? Вплетено вот его. Видите, значит, энергетически тема. Там да. Как-то это передалось. Да, вплетено. Хотя и другой композитор, но мы так хотели, чтобы он сопровождал нас. Это очень хорошо. Да, сопровождал он все-таки с новым композитором. И как-то это, как-то и память, с одной стороны, ему, Фаустусу, и память, и что-то продолжение нашей жизни, нашей дружбы, хотя его нет, но он присутствует. Это прекрасное ощущение. Значит, можно поверить, что нет смерти.